Шоу-группа «Мастер» следует традиции «Год начинать с побед». И это правильно, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Первых высот уже достигли. На днях «Мастер» вернулся с международного фестиваля «Славянские встречи». Вера Фефилова пообщалась с победителями. «Следы на воде» шоу-группы «Мастер» увидели в Белоруссии. Конкурс-фестиваль «Славянские встречи» для коллектива закончился триумфом. В копилке гран-при за лучшее шоу и первые места в номинациях «Эстрадный» и «Классические танцы». Я директором работаю третий год, и третий год я встречаю вместе с ними новогодние праздники с большой победой. В прошлом году шоу-группа «Мастер» 6 гран-при международных и всероссийских конкурсов. Я не знаю, есть ли еще в городе Междуреченске коллектив, имеющий столь высокие награды в столь большом количестве. Победам рады, но строгое правило после поездок на конкурсы – анализировать свои выступления. Руководители Виталий и Татьяна Блохины разбирают каждый танец. Техника, драматургия, образы, критериев много. Дети учатся на своих ошибках. На конкурсе фестиваля показали 6 номеров. Потанцуем «Ангелы рядом», «Березкина песня». Танец-беспризорники не знает времени. Ему уже больше 15 лет. Он по-прежнему актуален. Всего в багаже коллектива больше 60 оригинальных номеров. Золотой запас шоу-группы «Мастер» – результат 15-летней работы. Композиция «Китайский Новый год» принесла коллективу гран-при. Шоу покорило не только жюри. Дети мне рассказывали, говорят, мы сидим ужинаем, а рядом за столиком сидят с телефона, смотрят китайский Новый год и про это разговаривают. То есть люди просто, видимо, были на конкурсе, не участники, просто засняли и про это разговаривали. Дипломом лауреата гран-при награждается народный самодеятельный коллектив «Шоу-группа». И потом нам выдают гран-при. Мы, естественно, все обрадовались, закричали «Ура!». На нас люди стоят, смотрят, хлопают, говорят «Молодцы, молодцы!». Организаторы, наш коллектив отметили, что мы всегда на месте, всегда быстро собраны, все четко, все как один. В первую неделю 2018-го «Мастер» привез еще несколько побед с международного конкурса фестиваля «Планета талантов». Он проходил в Новокузнецке. Стена почета впечатляет, и это не все грамоты и дипломы. Всего у коллектива больше 170 побед разного уровня. «Мастер» знают в разных уголках России и зарубежья. Три составляющие успеха отмечают сами дети – дисциплина, оригинальность и искренность. Когда я прихожу на занятия, я забываю о всех своих проблемах, как бы расслабляюсь. Прощаться с «Мастером» придется в этом году старшей группе, но выпускники обещают – коллектив в их сердце навсегда. Побольше одаренных участников коллектива, побольше ярких номеров. Чтобы дети, которые приходят сюда, они слушали Виталия Николаевича, что он говорит, потому что он может дать им те знания, которые никто не может дать, даже родители. Вера Фефилова, Михаил Чеканов. Новости «Мой Междуреченск».